Ну что ж, еще один раз. И еще один Deep Rock Galactic. Да, опять промышленный саботаж. Опять исследуем глубину глубин скаута. И с вами скаут в белом и инженер в красном. Инженер. Точнее, товарищ Хикс. Так, все, я собрался. Ну, он потому и товарищ, что красный. А я Glory to the Red Army. А я вот белый, да? А ты случайно не знаешь НАТО? Кого? Какую НАТО? Не знаешь? Может быть, да. Может быть, нет. А может и нет. А может, пошел ты, да? Я знаю только Нати. Которая... Маяковский с надписью «Хейт». My grandpa told me they used real mules back in the day. Так, где там у нас дырка? Где у нас глубина глубин скаута? Как-то. А, бляха-муха не то сделал. Я что-то сделал. Прой взгляд вот сюда. Так. Это? Что-то нашел? Вот так направиться. Как к нам в игру зайти? Хороший Но. Вопрос. Так, что-то можно сделать. Как нам игру зайти? А, тут как-то можно лобби посмотреть или что-нибудь. Ну, может, по идее, у нас открытая должна быть. Пригласить, наверное, кого-то или. Или там искать Хикса в открытых лобби, да. Вариант. Либо, да, либо в Дискорде напиши, или зайди в голос, и это самое, я тебя тоже добавлю, друзья, да приглашу. Ты копаем, так. Можешь скинуть, да. Здесь тоже должна быть одна. Вот, я был прав, лови. Пасую. Поймал. Чего? Это гномобол. Lift with your legs. Это у нас. Он, кстати, правильную вещь говорит. Он говорит, подымай ногами. В смысле? Борцуха? Этот гном борцуха, точно. Мамой клянусь. Береги спину, держи ровно спину и поднимай ногами. А потом... заходишь за спину и ломаешь. Кому ты из нас скинул? А куда ты скинул? Дискорд? Код дружбы. Одно новое упоминание. Я пойду по скаучу. А ты куда скинул? В ДС? Новое. А, как тут? Я все время в этом Дискорде путаюсь, а? Как мне выйти в свои сообщения? А, вот личные сообщения. Кто да нет. Монкус какой-то присоединился уже. Чат. Давайте быстрее, ребята. Тут уже последнее место в команде осталось.
I'm Dread тебе скинул, говорит. Но я, честно говоря, не очень понял. Окей. Ой, блин. Дискорд. Пардон, сейчас. Надо было бы вам канале написать, тогда бы чуть-чуть понятнее было. Так, ладушки. Да, да, окей. Ай, блин, меня сейчас запинает. Так, хорошо, и чё с ним? Так. Игровой текст. Ай, блин, убить. Друзья, чат. Блин, меня убили, ну. Чё ко мне не присоединил? То есть, ну как бы, не запросил бы дружбу сразу. Чё там с этими кодами куда бегать? Я ж имя простое. А тут уже, вон, еще одно человек, пока мы тут бегали туда-сюда. Так. Так, 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 так. Так, Даня, ты с нами? Так, Даня. Так, хорошо, найди меня тогда в скайпе, Амдред, как есть. Вот, это будет проще и понятнее. В скайпе? Да, то есть не спи ты нахрен в скайпе в этом стиме. В стиме. Да, кто я тут? Я думаю, ни хрена технологии. А, так у нас, блин, тут уже два человека присоединилось. То есть команда полная, пока мы тут. Вместо того, чтобы сделать быстро, сделали это через... Допрыгались, так сказать. И я тут затупил, и все затупили, и в общем-то, да. Ой, я просто это не ту кнопку нажал. I'm full. Where's Molly? Это Молли. Вот Даня. Вижу. Так. Так, 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 так. Steam, вот. Теперь. Ну, давай, давай, давай. Привет. Есть контакт. Вот. Контакт есть. Следующую игру. Обязательно. Присоединимся. Ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Где это? Где, 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 где? А вот. Супер. Так, что-то у нас по плану, где вы там бродите? Где вы шляетесь? Мы. Тяжело сказать, где мы. Что там уже хакаете, блин? Я не знаю, пока что тут чуваки уже просто. Motion хакеры, блин. Я пока не угрызу. У меня тут эти дроиды налетели. Мухи. Так, окейшки. Значит, вы там. Мне нужно сюда. Все в порядке, сейчас вернусь. А, золото. Мы богаты. И я дрона взломал. Отлично. Отлично. Угу. А, хорошо. Дырку сверху закройте. Ту дырку где? Вот этим.
Чтоб сверху не лазили. Не нужно, товарищ. Hack begun. It's noisy business and is attracting the bugs. Guard the hacking pod. Нет, я успею добыть это золото. Гномы гибнут за металл. Металл. И жуки здесь правят бал. И здесь правят бал. Нет, нет, все наоборот. Это жуки гибнут за металл, а гномы здесь правят бал, да? Да, да, да. Ой. Ой. У вас там мухи. Китайские дроны. Да, что-то меня прям мухи загрызли. Всегда так легко одеваешься на миссию, а? Типа, что проветривалось, да? Да, 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 не люблю, когда потеет между ног. Да там у тебя не только между ног. Так, где Молли? Secondary objective completed. Make it home to collect your bonus. Shield charged. Look over here. Bismore, Bismore. Где этот Бизмор? Grabbing ammo. Bug starts to feel like getting more ammo. Ready to kill some more. Да. Ну что, понесли дальше. Ауч. Целых два, зараза. Ну сейчас идем тогда эту карту и следующую уже вместе начнем. Так, где все? Вообще резко пропали. А, вы назад вернулись, что ли? Да-да-да. Ну как? Чего-то я тут затупил. Надо во второй. Так, ты провалился. This is a force field. Не force field, мне вот это интересен. Ain't no hiding from me, bug. Где вы там? Я вижу. Нет, не вижу. Terrain scanner just got updated with a new location. Значит, там наверх немножко надо. Over here by the marker point. I hear you. Second hacking pod is launched and incoming. Stand back. Золотишко. Ёпарсоте. Жень инженер, у тебя платформа есть. Жалко тратить. Да не надо жалеть. Тут столько этой. Контент Warning нет, но Lethal Company да. Но в Контент Warning, кстати, у меня лично было желание поиграть. Не знаю, Дред, у тебя было, не было? Возможно. Ну, это такая, не знаю, клон
клон Little Company. И чё, нет? Как бы, я не то чтобы там горю желанием Little Company поиграть, например. Вот. Ну, Content Warning, я думаю, там пару сессий можно будет сыграть, если у нас будет. Но мне кажется, что там больше пятерки я за нее, за игру платить не готов. Или там это Murky Divers, который тот же Little Company, только под водой. Да, тоже интересно, кстати. Глянуть. Или вот это, кстати, там же российские разработчики, или, ну или почти российские, не знаю, выпустили это про хрущевку такую же штуку. Да? Типа вселенной самосбор тоже. Отправляешься в какую-то мега-хрущевку, в которой творится всякая зловещая херня. Ну, то есть... Интересно. Те же самые эти подземные, не знаю, закрытые помещения, рандомно генерящиеся. То есть тот же самый принцип. Можно завтра сделать. Какие планы? Какую игру будем играть завтра? Не знаю. Завтра не знаю. Это по настроению завтра. Да, мы по настроению. Так, у нас в пятницу так. Всегда стабильно в 11 собираемся, играем во что-нибудь вместе, а по будням, когда как и во что. Да. Будни, семья, друзья, гости. Не всегда. Left 4 Dead. Left 4 Dead, да, можно и Left 4 Dead, да, но хочется Back 4 Blood еще пройти, да? Left 4 Dead тоже было бы прикольно. Ну да, да. Пройти, записать там и так далее. Можно, можно собраться. Тут еще было? А вот это что? Эй-эй-эй. Так, все, пошла, да-да. Пора. You're cute, but you're dead. Вот где что-то не пойму, что здесь происходит. Понятно. Что у вас происходит, да? Ну? Так, что там? Спасибо, Алекс. Так, мне туда платформочку бы. Куда? Где золото? Да. Часа больше золота. Нужно больше золота. Самое интересное, 100 из 101 достижения в лифте. Последняя ачивка за бесплатные выходные, да это они 2018-2020 были, обидно, так 99%. Да, согласен. Я вот тоже тут ачивку получил в этом... Бррр, как она называется, эта игра? Ё-моё, забыл. 5 лет, в которую не надо было заходить, чтобы получить ачивку. Вот Stanley Parable. Да, Stanley Parable. 5 лет не заходил, зашел, получил ачивку. Какая херня. Бля, ачивка. Ачивка ману. Так, ачивка не говори просто. Мне еще понравилось там, где это постучите в дверь 417 5 раз.
Так, а что, думали, так будет просто? Нет, вы еще сходите туда, возьмите то, друг. Третье, десятое. Охренеть, сколько тут supply блоков. Это кто поназаказывал столько? Тут сейчас будем бегать, и, собственно, это все понадобится. Ну да, будет дриллер, конечно. Важное место прям. Чтобы он немножко почистил дело. В целом нормально. Знаете что? Вы сверху делаете лестники наверх. Ай, блин. Чтобы можно было над ним. Ладно. Ай-яй-яй, что происходит? Что происходит? Блин, кто начинает, блин, без предупреждения? Что это за детки? Не говори. Да, дриллера здесь не хватает, как это очень пересеченное место. Они еще поставили все эти. Блин, не расчистили ни хрена. Теоретически, конечно, не особо это мешает. Хочется воевать с комфортом, да? Конечно. С капучино. Да. Я бы как. Попивая латте. Свежие из коробки, да? С той стороны. Кого убили? Я его знает, я вроде никого не вижу, что его убили. Ну, черт. А, да, вон мулкус какой-то лежит. Сейчас посмотрим. Да вон пулус. А уже не лежит. Так, там, по-моему, глаз же открывается этой херней, да? Да-да-да. Вот поэтому. Ай, блин, точно. Так, resupply. Шоколадный глазик, давай-ка. Тут роботизированный. Бляха-муха, все патроны закончились. Поэтому это и поставлено все. Все, новая пазда следующая. Ну сейчас бегать надо. Чуть-чуть больше. Этого у инженера есть личный набор, получается, автонаводящиеся пули как раз против этой мелкой робота заразы, и пушка, которая лучами, ну то есть по площади, ну, не по площади, а как, вот, короче, горизонтально стреляет лазерным лучом. Вот она тут вообще хорошо работает, потому что по этим тренам несколько раз, и там сразу хилса снялась. Ой, не то включил. Да, чё, не то включил. О, смотри, он поручение выполнил. Ah,
Ё-моё. Где у него глаз-то? Там, где ты его не видишь. Ты там найди себе хорошее место и не дрыгайся оттуда. Все сосредоточились на глазике. Мэдди Муркус, блин. Бомбануло. Бомбануло, не говори. My life for Yuri. Будем взад-назад идти, да? Типа того. Надо пойти это самое. Вон там. Dropbot arrived. Mule is returning to LZ. Вот, значит, сюда. Dropbot departing in T-minus 5 minutes. Lighting! О, Булварк, то есть этот... А, нет, Дредноут. Нет, Прессор. Иди разберись в этих. В сортах дерьма не разбираюсь, да? Да, в сортах жуков. Spice rig. Turning
Давай, Молли. Здесь уже намолено. Ну что, метапризерв, дорогие товарищи. И не говори. Метапризерв you. Or wait and crew. Я тоже немножечко в трусах. У нас гном замерз, синий стал. Да-да. А, это ты. Ладно, спасибо за просмотр. Мы продолжим, но сейчас пока все.